В ближайшие дни в республике ожидаются заморозки. Об этом предупреждает МЧС республики. В ночные и утренние часы в воздухе и на поверхности почвы температура опустится до -1, -4 градусов Цельсия. Такая температура продержится до 25 апреля. МЧС рекомендует садоводам укрывать растения материалами с малой теплопроводностью. Это может быть грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты.